Блядь, дома уже нету ни пюре, ни перца, ни салата там осталось. Я хочу тебе покушать, я уже добыл пюре. Нет. И нет, туда нельзя тебе. Это парикмахерская, иди. И что? Иди, Тём. Вика придёт с бабулей на больше. Закрой дверь. Потому что тогда она будет всё на Викторе. Ага, будет она. Вот иди. Нету, и, блядь, пожрали. Пюре всё поели, перец весь съели, салат там осталось вообще 2 грамма. Я ничего не готовлю. Яйца Вика вчера, наверное, целая пачка была. Вика, наверное, взяла их, сварила. Угу. Ну и пусть варит. Этот салат она тарелками ест под борща. Мы сели с Ромкой ещё, она тоже села есть. Хотя она где ела вот недавно. Потом, ну ладно, я с вами буду. У меня нету столько возможности кормить вот так. И баба Люда еще с таким, пусть и ест, не ущемляйте ее, пусть ест. Так давай деньги мне, чтоб я ее кормила. Где же я столько денег наберу? Пусть ест. Она у Толика экономит. Знаю, как бы идти. Сейчас опять в комнате, там везде прибралась, было не очень. Надо кабачки открутить, блин. Встанешь, а потом посмотрю, какие банки. Надо сегодня банки перемыть, приготовить под кабачки, а завтра делать. Потому что сегодня когда... Я ничего не буду готовить. Я не знаю, что Тёмке, я там хлеба 2 булки взяла. Остался маленький кусочек. Я вообще в шоке. Ромка говорит, я в ахуе. Вообще вот так уходит. Раньше, говорит, у нас выбрасывали то, что не доедали. А здесь, говорит, все уметает, как саранча. Вчера, говорит, я в ахе. Вика, и больше при Ромке не говори ни за пиво, ни за чего. Он говорит, вчера мне, я говорю, что за херня? Он говорит, я не могу бутылку пива выпить. Говорит, ты понимаешь, говорит, что эти странные 60 рублей я не могу, говорит. Я что, говорит, буяню, я что сейчас, говорит, что-то делаю. В моем доме мне, говорит, делают замечания. Говорит, Оля, если честно, я лишний раз домой не хочу идти, блядь, и вот за этих замечаний. Я говорю, просто она не хочет. Он говорит, много мы чего не хотим, что мы такого сделали, что? Просто ты прям знаешь, выходишь... Нет, я просто бы на вас посмотрела, если бы я каждый день на кухне сидела и пила. Да что мы сделали каждый день? Я нет, а просто я бы посмотрела. Я бы я, и что, я бы посмотрела на вас. Муж бы, ты бы с ним бутылку шампанского пила, на следующий день бутылку пива, и что? А тебе дети ходили, гавкали. Не надо, не надо, не надо. Не то, что не надо. Типа, я офигею, офигею. Ты мне не сказала детям, да идите вы в жопу. Я что, напиваюсь? Нет, я бы не сказала. Вика. Кто за меня делает мою работу дома? Я ну, отстань, все, иди. Я что, иди, тебе пьяно мам, не веду? Делай мозги мне. А кто тебе делает? Мне... Ты спишь целыми днями, не встаешь с постели, не считая того, что ты там работаешь. Ты ничего вообще дома не делаешь. Все, иди отсюда. Не а что, мне. Иди отсюда? Мам, не хочу разговаривать. Мне конечно, вы не хотите разговаривать, а мать все дома делает. Я уже правда молодец. Устала. Не делай. Да, вчера как вот ты могла так поступить? Тут вот с Викой целуйся, обнимайся. Саша пришла, иди. Все. Ну хорошо, потом не обижайся, если такое отношение будет. Хорошо, давай, мне пофиг, я скоро съеду отсюда.